Акции протеста вновь вспыхнули в США. Сотни людей, возмущенных жестокостью и безнаказанностью стражей порядка, вышли на улицы Нью-Йорка. Поводом для массовых волнений стала череда недавних убийств темнокожих жителей страны. Только за последнюю неделю произошло два таких случая. Видеозапись, где несколько сотрудников правоохранительных органов избивали безоружного, пытавшегося ускакать от них на лошади, привела местных жителей в бешенство. По словам правозащитников, это лишь вершина айсберга. В США полицейские совершают больше убийств, чем члены уличных банд. Согласно их данным, в 2013 году от рук правозащитников погибли не менее 1700 человек. При этом до суда доходят лишь единичные дела. Акции против полицейского произвола проведены более чем в 30 городах. Организаторы митингов требуют прекратить убийство цветного населения, призывая к справедливому правосудию.